Всем хай, всем привет, с мерзящей крюкет. Сегодня мы поиграем в Легенду Дракономании. Вот мой первый стрим, он уже начался. Я сейчас на паузу поставлю, что игра не хочет запускаться. Так. Ну давай, запускайся уже. Ну вот, наконец-то запустилось. Ты что-то не хотела запускаться у меня. Странно. Так. Соберем золотишко. Как обычно. Да, прошлый раз стрим оборвался. Я выпустил вместо этого новый клип. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то это очень даже хорошо. Ну, давайте выходим сюда. Так, что у нас нового? Вот, тут вышло новое обновление. С вот таким вот ученым-драконом, которого тоже можно получить. Вот мой новый клан. Это Гром и Молния. Ну, вступайте в мой клан. Не мой клан, но в этот клан вступайте. Здесь уже 41 человек. Причем такие уровни здесь значительно нормальные. Ну, учитывая то, что у меня всего 40 уровень, точнее 41. И я причем почему-то на последнем месте, хотя должен быть где-то здесь, что ли. Не знаю. Наверное, потому что у меня нет взносов. Ну, неважно. Так что вот у меня буря 25 уровня со звездой, это получается 27. Ну, в ней больше ничего по большому что не менялось. А вот, например, с драконом тигром все менялось. Я ему прокачал зелень почти на максимум. У него скоро будет эффект заражения прокачан и огонь тления. Я уже накопил денег. Вот тут 2 ляма. Ну там надо 3 ляма 600 тысяч, да? Если я не путаю, да. То есть мне 800 тысяч 73... 873 тысячи, в общем, не хватает, чтобы выбрать мастерство и прокачать его. Ну, я коплю потихоньку. Скоро насобираю. Уже 2 ляма. За 2 дня собрал 2 ляма. Нормально. Постепенно так будем собирать. Также вот тут новый... Тут добавили чат. Теперь проще будет делиться подарками. Теперь можно будет, знаете как? Мы нажимаем «Добавить друга» и вводим просто код дружбы. Любого мы уровня можем быть. Это прикольно, что разрабы так сделали. Можно приглашать также друзей. Ну, из Фейсбука. Но я сейчас это делать не буду. Блин. Эта реклама меня убьет скоро. Такое чувство. Ну, в общем, вы поняли, да? Так что добавляйтесь ко мне в друзья. По-любому добавляйтесь, потому что вот у меня... Я сейчас покажу код дружбы свой. Вот он, мой код дружбы. Добавляйтесь ко мне. Мне нужно пригласить 15 друзей, чтобы получить сотку алмазов. Это жест. Ну, копировать, поделиться. Ну, в Фейсбуке, естественно, поделюсь. Вот, в Фейсбуке отправлю кому-нибудь. Привет. Всем. Хай. Ну, как так получается. Все. Здесь сейчас загрузится. Все. Ну, также добавляйтесь ко мне в друзья, вот по моему коду дружбы, который вы только что видели. Ну, я вам уже его говорю. 89 Е 0 А 3 F. Добавляйтесь ко мне в друзья. Я буду сюда приглашать друзей. Обязательно. И вот у меня уже есть несколько десятков человек. Друзья, здесь проблем нет. Ну, добавляйтесь ко мне, друзья, помогать улучшить тотем дружбы. Вот я могу ввести любой код дружбы. Я даже какого-то чувака хотел ввести в свой. Почему я раньше не делал стримов, если кому интересно? То по одной очень простой причине. У меня не было возможности их делать. Да и мне как-то не хотелось их делать, но... Да и обсерватория была небольшой. Поэтому я не делал стримы. Сейчас у меня...
Ноль человек пока что. Мы будем ждать, будем ждать. Надеюсь, кто-нибудь пойдет на стрим. Будет интересно, если хоть кто-то придет. Потому что бывает, у кого-то человек 5 на стриме. У меня же ни одного пока что. Ну, поэтому я и по этой причине я не делаю стрим. Потому что никто никогда не приходит. Ладно. Плевать уже. Как бы мне пофиг на все это. Просто немного обидно, что я делаю стрим, стараюсь, пытаюсь, да, из кожи вон лезу, а всем пофиг. Всем бы лишь бы сказать, о, круто, а на самом деле это полная хэ. Типа вот так получается. Давай, бей. Мазила, блин. Даже ударить не может. Блин, я что-то неделю ударил. Ну, я все равно его убью. Я бы его все равно бы влюбил. Убил, в любом случае. Элементарный, легчайший бой в мире. Когда я проходил. Не, это не самый еще легкий. Чешуйка. Женьшень, блин. Ну, на тебе атаку заниженную. Ха-ха, хотел жизни похитить, а хрен тебе, обойдешься. Притопчешься. Да, кстати, сейчас мы закончим здесь бои проводить, и я вам кое-что покажу. Видите? Ну, куда-нибудь вот сюда давайте уберем, чтобы не мешалось. Так, это надо уменьшить эту. И туда-сюда, да. Так, лучше. Блин, не того отравил сейчас, да? Блин. Туплю, 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 туплю. На. А, ты думаешь, тебе это спасет, типа, да? Сомневаюсь. Не особо больно. А, и ударю так. Лицо свое показывать я не буду, в этом не имеет смысла. Я покажу вам свое лицо, ну и что? Кому это интересно? Так. Ну я в этот режим, вот режим героя почти не хожу. А что я там забыл? Да, здесь не очень сложно, но и нанимать-то я не нанимаю. В чем прикол тогда? Ходить. Отлично. Я так и думал, что хорошо. Так, ясно. Здесь опять этот мега жесткий чувак, который по уровню не совсем мега жесткий, а вот по звездам, да. Ну, потому что драконы самые такие простые, с двумя стихиями. Конечно, его прокачать будет проще, чем дракона эпического с тремя стихиями. И опять тут архангел. Мед. Драконы пусть тут мед, не знаю. Мед так, но как сказать, на выбор. Ой, да я так уже всю энергию потратил, нет смысла вообще идти. Так, пойдем сюда. В защитниках у меня все нормально. Все в порядке. Во-во, вспомнил, я хотел вам показать, что буду прокачивать, короче. Когда прокачаю тигру мастерство заражения, вот, я его скоро прокачаю уже. Прокачаю ему тление, огонь. И уже перейдем потихоньку к дракону бури снова, прокачаем ему энергию. Ну, ему тут чуть-чуть осталось, 3 всего прокачать. Ну, это не думаю, что прям так мега дорого. Я, естественно, поднакоплю 10 лямов специально, буду копить. Заходить, собирать золото. Прокачаю вот здесь. Четвертый навык. Потом прокачаю, что? Пятый навык. И выберем мастерство. Выберу я силу грома. Ну, делать оглушение как бы прикольней будет. Пустоту. Ну, под пустоту будем потихоньку тоже прокачивать. Пусть не сразу, но максимум прокачать. Ну, прокачаю чуть-чуть там на четверочку. Потом на пятерочку. И потом уже на шестерочку. Наверное, вот помоги другому выберем. А у Чезарного выберем, наверное, вот этот темный ритуал. Металл. Решающий удар. И энергия. Разрушительный огонь. Нет.
Сила грома, короче, понятно. У меня тут еще прокачивать, прокачивать, прокачивать. Это понятно. Я его вообще не вкачивал практически. С зелень огнем уже определились у тигра. Они такие дешевенькие. Ну, не дешевле энергии. Хотя нет, дешевле, чем энергия, но не дороже. И это меня радует. Энергию у него второго уровня, это обидно. Придется дорого качать будет. Сложнее прокачивать, потому что вообще не прокачивал. Если бы она была бы хотя бы вот третьего, то это уже было бы проще. Так, нет, третьего, четвертого, там, еще далеко. Естественно, с третьего, с четвертого, скажем так, по шестой проще качать, чем с третьего, чем со второго по шестой. Вот хотя бы у меня был, тут у меня хотя бы четвертый навык. Так-то долго. Ну, потихоньку прокачаем. Конечно же, недорого 450 тысяч отдать. Потихоньку прокачаем, разумеется, до шестерки также. И что дадим? Разрушительный огонь, разумеется. Скоро у тигра, у бури будет все на шестерку, короче. Ждите этого момента, ребят. Ждите, ждите. Кстати, у лучезарной бури цвет стихии похожий. Энергия, пустота одинаковые по цвету. Но не потому, что они у них одинаковые есть. А ветер и металл просто тоже похожи. Как ты вывел бурю? Роскрил. Ой, Анжела Роскрил, я тебе сейчас скажу. Это же элементарно. Ну, я же говорил уже. Ладно. Смотри. Видишь вот этого дракона пустоты? У тебя вот... Ты напиши, какой у тебя уровень в игре. Напиши, какой у тебя уровень. Потому что пустота открывается с 25 уровня. С 25 уровня и выше. Тебе понадобится вот такой дракон под названием Рок. Именно Рок. Ну, можно, конечно же, взять Рок. Я посоветую тебе такую 54-й. Нормально. Нормально, нормально. Серьезно, у тебя 54-й уровень, и ты не знаешь, как вывести такого элементарного, как Бурю? Ну, у меня он как бы с третьего раза получился, а на другом аккаунте с первого. Ладно, короче, тебе нужен Рок и дракон... Вот этот, ветер. Шанс 18% это максимальный процент, одна из наилучших комбинаций. Но если идентичная комбинация, это... Сейчас покажу тебе. Едем. Вот. Это ведьма, тоже плюс ветер. Это идентичная комбинация. Можно еще использовать, знаешь кого? Туман плюс молния. Молния и туман. Туман и рок. Ну, там много комбинаций, но я посоветую тебе вот эту комбинацию. Потому что здесь используется рок, он необычный. И с обычным у тебя шанс будет повыше. А необычный дракон, скрещенный с обычным, повышает шанс выведения эпического дракона. Ну, просто. Очень просто. Если тебе интересно, я могу рассказать, как, типа, вывести... Вот, скажи, а вот молнию, скажи, как вывести? Я просто знаю все, как тут как вывести, просто мне просто до этого никак не получается. Я знаю, как вывести, например, подсолнуха, просто у меня сейчас нет времени его выводить. Я знаю, как вывести, допустим, ту же ртуть. Ну, я не знаю, как вывести молнию. Точнее, знаю, но у меня нет этого дракона. Самая лучшая комбинация это самурая, помню, плюс другой самурай. У меня нет ни одного самурая. Но там есть, я помню, комбинация метеорит, точнее, метеор, плюс лист. Но у меня там 10% шанс, не очень большой, но у меня что-то не получалось. Можешь подсказать, как вывести такого дракона, как Молнию? Но я заметил, он у кого-то есть, но при этом никого нет самурая. Ну как ты его выводила? Если он у тебя есть, Молния. Напиши, ПЖ. Так, повторю. Так, тигру качаем, значит, шестой навык. Это разрушительный огонь, который будет снимать все... У меня его нет. А какие у тебя драконы есть? А, погоди, напиши, какой у тебя код дружбы и скажи, какие у тебя драконы. Нет, лучше напиши, какой у тебя код дружбы просто. Я его введу. В друзьях введу. Вот здесь добавлю тебя в друзья.
И я зайду к тебе домой, посмотрю, какие у тебя драконы, окей? Так что я подожду. Так вот, я так не закончил. Тигру, короче, энергию качаем. Это разрушительный огонь, который будет снимать все положительные эффекты у соперника. Типа щита, меча возмездия. Там, какие еще есть? Ну, положительные эффекты, типа там хила. Есть такой знак хила, который будет, типа, тебя проатаковали, и ты автоматически хилишься. Это у воды можно. Восстановление. Союзника на восстановление здоровья за два хода. Избавляет дракона от вредного воздействия. По-моему, вот этот навык восстановление будет хилить драконов. Я видел такой навык, и ну, он такие, ну, положительные, короче, эффекты будет снимать. Вот эта сила грома. Ой, разрушительный огонь. Энергетическая атака устраняет положительные эффекты. Полезно, полезно. Да, ё-моё, сбежал. Так, дальше. Ребят, я даже не знаю, есть смысл дальше продолжать трансляцию. Потому что... Ну чё, чё я могу еще показать? Пока все. Так, что-то мне не хватает по мастерству. Сколько? Чуть-чуть. 745 тысяч. Блин, все равно еще прилично так не хватает. Ну ладно, чуть-чуть будем копить. Копить, копить, копить. Вскоре мы накопим. Что? Ой, Максим соизволил мне подарить 800 кусков фруктов, ягодок. Еще полтора часа ждать. А, ясно, так ко мне добавился человек, это хорошо. Это, наверное, ты, да, Джилла Роуз Крю? Напиши свой код дружбы, пожалуйста. Я его введу и добавлю тебя в друзья, окей? Пока стрим не окончился, хотя он вот уже скоро заканчиваться будет. Напиши мне свой код дружбы, я тебя добавлю. Ты будешь моим другом. Светоча погладим. Кстати, если ты хочешь, можешь придумать название для этого дракона. Его зовут Светыч. Ну, по-моему, это логичное имя для дракона Света. Ну, это я его придумал уже. Я просто сражался здесь в битвах с драконом Светочем. Сейчас тебе его покажу. Вот здесь. Светоч, легендарный дракон. Я с ним сражался, и, короче, мне такое имя всплыло в голове. Для Света. Извини, немного болею. Энергия. Тигр. Я тебя поглажу. Хотя немного денег принесешь. Тоже польза. Лучезарного погладим, Аида. Так, что у меня там можно? Блин, много фрагментов, еще надо, чтобы колдовать бурю. Тигра, надо энергию. Так-то можно было его колдовать, но я бурю хочу. Хочу прокачать бурю. Надо брать дракона с энергией всех. Не было ни лучше день. Ну хотя, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Ладно. Ладно. Тоже нормально. Пойдет. Так,
Так, что у меня защита? Все в порядке. Свет стоит, лучезарный стоит, тигр стоит и буря стоит. Все хорошо. Все в порядке. Все нормально, все отлично. Ладно, я до стрима повторю еще раз. Анжела Роскрил, напиши, пожалуйста, свой код дружбы, если это ты меня смотришь. Кто меня сейчас смотрит, напишите мне свой код дружбы. Я его введу сюда. Я буду ждать. Я подожду. Но пока можем зайти в гости к одному из моих знакомых. Вот, например, к этому. Давайте его навестим. Фу. Еще что у него уровень? 54-й, офигеть. Я даже не ожидал. Че у тебя? Ну че у него, ну че у него? Первый уровень от портала. То, что у тебя есть легендарка, это меня не впечатлило. Точнее, даже две легендарки. Но все равно не удивляет. Не особо. Какого? Лоу. Вообще. Второго? У меня шестого. Ха-ха-ха. У меня как бы тоже зефирчик есть, только я его не вывожу. Потому что я могу вывести в любой другой день. Когда угодно. Ну, чаровницу. Ему просто фартануло, просто, скорее всего. Ему просто повезло ее вывести. Так-то бы. Кому-то с первого раза получилось чаровница, я даже заметил. Ну, это круто. Согласен. Изумруд. Ну и чё? Слабенький. Гейгер. Я пытался вывести Гейгера, короче. Мне получился кирпич. Код. Ага. СПС. 77 БЦ. С, Б, С, Е, Ф, Е. Б, С, Е, Ф, Е. Да. Пятьдесят. Какого у меня был уровень, написал? Нет, это не тот. Странно. Погоди. Введен неправильный код дружбы, пожалуйста. Окей. Да, кстати. Ты приняла мой запрос? Вот, я тебе его отправил. Ты в игру сейчас зайди и прими его. Тогда у нас все получится, скажем так. Ну, еще, скажем так. Чуть-чуть тут. Минуту где-то. Две-три еще побудем.
денег пособираю чуть-чуть и всех драконов переглажу, и будем заканчивать на этом. О, мы даже дали лед. Зернышко. Давай. А, ну ушел. Ну ясно. Понятно, почему надо. Прошу принимать мой запрос, друзья. Ну, пособираем сейчас деньги. Не собираюсь. Я приняла. Окей, сейчас посмотрим. А, да, вот. Навестить. Пятьдесят пятый, значит, у тебя уровень. Так, у тебя жнец в инкубаторе. Тьма плюс земля, это что у нас? Что-то не припоминаю, что такое дракон есть, тьма и земля. Ну, у тебя так-то нормальные драконы есть, смотрю. Хорошие. Много. Сульфур у тебя есть. Хорошо. Елочка. Дракон хвойный. Я даже знаю, как этот дракон зовут, хоть у меня его нет. О, у тебя ангелок есть. Колокольчик. Фиалка. Блин, у меня фиалка. Я собирал фиалку, но у меня не получилось фиалку до конца собрать. Ой, не вышло, что-то у меня фиалка. Чуть-чуть. Так, зефирчик у меня есть. Только я его не выводил. Потому что я в любой могу в другой момент вывести. Так, понятно. Так, подсолнух. Подсолнух, я знаю, его можно церемонный плюс другой церемонный. Это там я смотрел на сайте Дракономании, там это самая лучшая комбинация считается. Так, ну, ураган, яд, ржавчина. Ну, я знаю, какую есть ржавчину. Это можно... Так, гейгер, индукция, понятно мне. Так, у тебя ни одного эпика энергии, я смотрю, нету. Много драконов пустоты, смотрю. Так, у тебя рок есть. Это тебе надо просто с ветром воскресить, и у тебя, возможно, с первого, возможно, с третьего получится. Может, даже со второго. Терракоты у тебя есть. У меня 36 фрагментов собрано, как видишь.
А фиалки 39, чуть-чуть не хватило там немножко. Так-то можно было собрать, но у меня не получилось. Кстати, Рагнарёк, если тебе интересно, у меня тоже есть, я его не выводил просто. И сталь есть, и агент есть, я могу в любую. А колокольчик у меня был на другом аккаунте. О, у тебя свистун есть. Прикольный. Я знаю, это сильный дракон. Один из самых сильнейших временных драконов. Но он ОВД. Он ОВД. И у тебя уже... У тебя 85 драконов. Я смотрю, у тебя много драконов. Некоторых у тебя нету. Типа, у тебя нет молнии, да? Обидно. Потому что так ты могла бы мне рассказать, как и вы, как бы вывести. Ты в каком клане? Я в клане Гром и Молния. Я тебя могу пригласить в свой клан сейчас. Мне не сложно. Даже совсем. Если ты хочешь попасть в этот клан, я тебя сейчас приглашу. Я тебе отправил приглашение, ты его прими и все. И ты в клане. О, ну сейчас будем закругляться уже. Я не хочу с ним там затягивать на час, потому что это не будет иметь смысла. Так, что там у нас? Что у нас по времени? Все нормально? Пока все нормально. О, золото. Так, все. Да что тебе сказали? Тупица. Так, ладно. На этом все, наверное, будет. Сейчас, все. Видите, сейчас золото соберу. Напоследок. И... Чуть-чуть-чуть-чуть. И вот это. Сейчас запомним. И сюда просто сходим, посражаемся и все. На этом стрим окончен, к сожалению. Но да, он окончен. Так. Ну, давай вот так возьмем. Так, давай вот так. Давай вот так. Все. Да. Хочу посмотреть, что у тебя. Даем. Опять это мешает, это дебильная реклама. Так, что-то у меня. У тебя... Ага, я так понимаю, это ты. Фрейлен Драйндор. Прикольно. У тебя кипение в команде 30 уровня. А самое сильное это дракон, у тебя это кипение в команде, да? 30 уровня. На 3 звезды это 36. У тебя 36 получается кипение. Потому что за 2 уровня дает. А, да. Напоследок напиши, если ты сейчас зайдешь на стрим, напиши мне комментарий, какие у тебя драконы в команде. Вот кипение вижу, а кто еще? Я-то не знаю. Так там, я думаю, у тебя другие драконы есть в команде. А, что там нанимать? Дорого будет, наверное, нанимать такого дракона мощного 30 уровня. 5 энергии это в итоге. Жирно, жирно. Ну, нормально, нормально. Ладно. Ага. Привет. Привет, привет. Привет. Во. Во. Самое элементарное задание. Это ты вали отсюда, короче. Я тебе, блин, уже буду неделю выполнять целую.
Мне нужно задание с шоколадом. Нет таких заданий. Да что вы будете делать, а? Кошмар просто какой-то, а? Ну, следующий уровень это так просто сделаю. Вот, можно сделать, кстати. Блин. Что-то как-то поздновато это задание вышло. Через 17 часов обновиться, я выполню его. Ладно. Так. Так, чё? Скажи, какие у тебя драконы в команде? Какие, скажи, какие у тебя драконы в команде? Вот на меня вот, слушай, вот, если ты сейчас на стриме, а, нет, не на стриме. Вот на меня жалуются, что я не делал никаких рецептов, да? Если бы, вот, типа, вот тут я сделал. Вот. И лично я не понимаю, для чего вступать в клан, если не собираешься участвовать в акциях? Я пишу, я участвую вообще-то, если что. Кипение, угорь, конфетка. Привет! О, Алексей, легенда дракономании. Ну, привет, красавчик. Красавчик, ты вовремя. Как раз к концу стрима, скажем так. Да-да-да, погоди. Напиши мне свой код дружбы. Я добавлю сейчас друзьям. Окей. Так, что у тебя? И если хочешь, вот добавляйся в клан, я могу сейчас прислать приглашение, если хочешь. Только напиши. Уровень 13 клана. Гром и молния называется, если. Вот, слушайте, тут диалог, короче, такой ржачный. Лично я не понимаю, для чего. А. О, спасибо, спасибки. Сейчас добавим. Так. Один. F. E. Три. F. И две E. Ой, я 3 е написал. Угу. Теперь, Алекс, теперь, пожалуйста, прими. Прими, пожалуйста, вот, я тебе сейчас отправлю. Вот ты меня видишь. Я тебе сейчас отправляю, короче. И ты принимаешь, понял? Ну, тут логично все. Поставлю. Сейчас начнет глючить, если у меня батарея будет садиться. Так. Вот я отправляю. Все, окей. Ты сейчас зайди в игру, прими его, и все будет нормально. Я тебе сейчас еще в клан отправлю. Приглашу, ну, когда ты добавишься. Так вот, я не закончил. Лично я не понимаю, для чего вступать в клан, если не собираешься участвовать в акциях. Я пишу. Я участвую вообще-то, если что. Не видно готовых рецептов. Я стараюсь сделать эпик рецепт. Я не могу найти задание с шоколадом, потому что тут нужен шоколадные вот эти батончики. Но нигде нет заданий с этими же батончиками, которые сдают. Я поэтому не могу никак сделать эпик рецепт. Я бы уже было сделал, если бы оно появилось. Кстати, можно редкое сделать. Но лучше сделать эпик, оно больше стоит. Да и задание простое. 55 жетонов темницы. Фигня, фигня. Так. Кипение, угорь, конфетка. Кипение это у нас вода, огонь. Как
Какого уровня уровня конфетка и угри? Угорь. Кипение конфетка. Какого уровня конфетка и угорь? Потому что кипение знаю на 30-го у тебя уровня. А вот кипение я без понятия, какого у него уровня. Ой, кипение знаю какого, а конфетка с угрем без понятия. Так, надеюсь, Александр Легендеркан примет мой. Нет, мой сообщение. Один час, 5 минут. Так, ну тут по большому счету пока еще ничего нет. Чего делать, и можно уже, в принципе, заканчивать. О, кто-то вернулся на стрим, смотрю. Сейчас посмотрю, что там у меня за общение. Я Благовещенский. И 11. О, ура, стрим! Катюша Шефер. Шофер. Здравствуй, Катюша. Здравствуй, Кать. Приятно тебя видеть на стриме. Вот как видишь... подарок? От кого? О, ты таки принял мое приглашение. Взаимно, взаимно. Сейчас посмотрим. Да, вот ты где. 60 у тебя уровень. Уже жарко. Посмотрим, что у тебя там. Так, ну смотрим. Первого уровня. Это очевидно. О, у тебя есть уголек. Это круто. На другом аккаунте у меня тоже есть уголек. На другом аккаунте, на который я пока не могу найти. Так, у тебя есть просвет, сульфа, роза, ниндзя, чернобронный. Угу. Самурай, отрава. Ой, ну у тебя очень много драконов. И храм у тебя есть много. Много драконов. Ой-ой-ой. Боже мой. Мне уже страшно дальше смотреть. Ой, а вот знаете, у моего знакомого этот остров купленный за... Он очень дорогой. Он очень дорогой остров. Я даже не знаю. Это дорого. Дорогие острова, короче. Так, бамбуковый. Ну, у меня он тоже есть. Так, что еще? Что еще? Подсолнух. Вот скажи им, если ты меня сейчас смотришь, вот Александр, Легендер Канмани Александр, скажи, как ты выбил подсолнуха? Мне просто интересно. И как ты выбил такую дракона, как ртуть? Даже не знаю. Ну, а у тебя и молния есть, и... А у тебя только золотого ворона нету. Из эпиков. Энергии. Прикольно. Так-то у тебя много драконов. И тумана у тебя нету. Отрава, просвет. Ой, синее пламя, просвет, перепутал. Бури у тебя нету. Так. Много драконов света у тебя, тьмы есть. О, у тебя есть даже дракон, морская черепаха. Прикольно. Самурай у тебя есть, красный коготь. Но я его не собрал вообще. Без шансов. Так. Ниндзя. У меня 5 из 8. Пока еще не собрал. Рыцарь. А, у тебя и волшебница уже собрана. У меня нет. Пока что нет. Воздушного у тебя нету. Есть зато редкий дракон. Пряник, по-моему, называется он. Пряничный. У тебя есть, ой, олень, метеорит, уголек, изящный, сульфар, купидон, удача, божественный, арктический, роза. И, по-моему, это пряник. Как он назывался? Позабыл уже, как он назывался. Но этих драконов у меня нету.
Но какие-то у меня есть, а какие-то у меня нету. Но у него, правда, очень много драконов. У тебя много драконов, круто. Поздравляю тебя с этим, поздравляю. Ну, мы, благо, сможем теперь общаться здесь, в Легендарк Анамани. Я так рад, что вышло это обновление, что можно на любом уровне приглашать друзей. Да, очень прикольно. Очень прикольно. Очень при очень. Так, угорь 29, конфетка 26, а у обоих по 2 звезды. Это то есть тебе получается угорь 29, так это 31. А 26, 27. Это 20, то есть у тебя конфетка 28 и угорь 21. Тьфу, блин, говорю, 31. Ясно, то есть самое сильное у тебя это кипение, но я-то и понял. Нормально, нормально, жестко. У меня пока таких драконов нет, прокачанных дорого качать, как по мне. Да, 45 тысяч. Ну, у меня драконы хорошие. Есть вот эпики, вот, зеленью. Кстати, я уже на ранней стадии, пусть у меня уровень не такой высокий, уже есть храм, ой, Академия драконов 6 уровня, и уже некоторые драконы с прокачкой на шестерку. Вот тигр скоро будет, у него буквально все стихии уже на шестерку. Ну, половина из них, точнее. Да и вот эти стихии уже на шестерку будут. Ну и будем потихоньку энергию прокачивать. Ну и кач... это... и ну и бурю, конечно, будем прокачивать энергию. Потом пустоту. Ну, я уже близок к максимальной прокачке на шестерку. Вот. У меня тигр прокачан так-то неплохо. Зелень. Скоро максимальный уровень и огонь. Ну, есть зелень, отравление, атака по всем двойная. Ну, энергия и огонь бьют по всем. Только назначение у них разное. Ярость не использую, потому что... Ну, я это выкрою щитом, и как-то она не очень крутая, как я хотел. Свет я взял, потому что он... Потому что у него здоровье было неплохо, да, и он будет силен против трех стихий, я его взял. Чё там? Подарочки. Я всегда забираю подарочки. О, спасибо тебе большое, спасибо. Большое, что дарите мне подарки. Вот, пожалуйста, дарите мне еду. Я вот говорю вам. Дарите мне, пожалуйста, еду или монеты. А, погоди, погоди, погоди. Я чуть не забыл, блин. Как так можно? Ну что ж я за друг такой, получается. Так. Прекратить. Так. Что у нас? Сейчас мы тебя найдем. Алекс. Да подожди ты. Вот. Пригласить в клан. Вот я отправляю тебе приглашение. Можешь добавляться ко мне в клан. Спасибо. За открытие врата. О, у нас это хорошо. Это по-нашему. Ну, не знаю, бой пойдем, не пойдем. Стрим 48 минут длится. Ну, до 50, ладно, так бы дотяну. Дотащу, сказать так, грубо говоря. Так, я тебе отправил письмо в клан, можешь принять. Так, чуть не забыл. Что-то же я хотел спросить, да? Ладно, пока ничего не буду. А, да, точно. ПЖ. Да, отправление побольше еды, ПЖ. Уж больно мне нужна еда. Без еды я никуда далеко не уеду. А тут 56 минут осталось, можно дотянуть, в принципе. Есть мем стрим. Ну, стрим пока никого нет еще. Больше. Так, поехали.
Здесь перепройти можно было. 28. Нет, 28 я пока протащить не смогу. Это слишком жестковато на мой вкус. Я 27 еле затащу. Затащил. Во, сюда можно сходить, тут еду можно собрать. Все просто, значительно. Хопа. Так, ну... Вот так получается мы берем. Бьем вот так. Забьет? Забьет. Чудно. И буря забивает. Чудно. Пока все нормально. Пока все нормально, все отлично. Ну, я думаю, пока на этом, наверное, все. Наверное. О, уже 3 ляма собрал. Это хорошо. Это нормально. Так, выходим. А что-то все используют другие, все используют этого. Таких простых каких-то драконов, не эпиков, практически ничего такого. Что? Сообщение. А, пожалуйста, помоги мне улучшить мой тотем дружбы. Да, пожалуйста, всегда пожалуйста. Заходи, дорогой, бери, что надо, что, почем. Так, все, наверное, пока. Я могу сейчас пойти посражаться? Блин, еще 11 минут. Ну, блин, так, чё? Чё мне там? Стрим еще, чё? Это 11 минут у меня. Ладно, 11 минут. Ну, что я буду делать 11 минут этих? Да. Прошу у вас всех помощи, но хоть ты, Алекс Мишейк, и ты, пожалуйста, Анжела Роскрю, пожалуйста, вы хоть мне помогите, а то эти дебилы вообще в игру, по-моему, раз в год заходят. Вот серьезно, они ни разу мне не помогли вообще, вот эти чмошники конченые. Ага. Вообще конченые чмошники. Это глобальный чат? Прям глобальный чат по всему, типа, игнорировать, проверить клан, навестить. И даже это не из нашего клана люди. Хм, 90 левел. Хватит писать свои коды дружбы. Это все коды дружбы, то есть я могу взять любой код дружбы себе добавить? Ну окей, я, допустим, хочу вот этот 9B. Я, наверное, сейчас не запомню, да? Да, знаю. Я тоже жил в Благовещенске. Все это я проходил. То есть я могу добавить вот этот код дружбы сейчас? Ой, ну, напоследок я сделал вот это. Схожу сюда. Ну, блин, 9 минут. 50 секунд. Это чё? Это долго. Да заткнись ты, крыса. Паже. Учеников кто-то ищет, да? Но я тоже ищу. Копировать. Поделиться. Facebook. Вот я отправлю в Facebook, вот сейчас вот это. ПЖ. Помогите мне. ПЖ. Готово опубликовать. Ждем. Все. Будем ждать. Так, еще тут 4 часа. Охренеть, как долго. Ну, в принципе, морскую черепаху сделать было не сложно, очень даже просто. И сделать того же этого, леопарда было просто. Он слабый. 65 сил атаки и здоровья много. Ну, прикольный такой, но не особо мощный. Черепаха помощнее будет. По урону и по здоровью. Но самое прикольное это будет, это вот, как вести, типа, вот тебе? А, это дерево плюс пчела. Ну, у меня эти драконы есть. Я бы хотел бы мороз, он сильный. Он мощный, он очень даже мощный. Но у меня его пока не будет. Потому что я не знаю, как его выводить.
Так, все, пока по кодам дружбы. Я всем подарки отправлял, отправлял. Вот я вам покажу сейчас одного чувака. Навещу. Я вам покажу его сейчас. У него такие там дела есть. Там, короче, у него куча драконов. Очень много, очень много. Даже некоторых из них не знаю. Я каких-то знаю, конечно же, большинство из них, но каких-то я вообще не знаю. Никогда не видел. Потому что никогда не встречались мне такие драконы. Это пепел. Золото. Ну, это зефирчик, это цунами, это... Да, это дракон цунами. Механический змей. Зависть. Хиппи. Это каменный змей. Так, что еще тут у нас есть? Ну, мы остальных драконов здесь знаем. Все тех, что я за сейчас, вот я, вот те, которые сейчас нам попадаются, вот эти вот драконы, их я называть не буду, их нет смысла называть. Только ОВД сейчас попробую назвать вам. Даже никто не прогрузился. Фея у него есть. Ну, у него все легендарки, короче, есть. Мороз у него есть, круто. Короче, крутой чувак. Страж у него есть, вот. Есть озеленитель. Тайи. Эрваншей, но это он у всех, по-моему, есть. Так, что у него еще есть из ОВДшных дракошек? Три босса. Фаербол у него есть. Звезда падающая. Дракон-слон, дракон-павлин. Это... Я не помню, это дракон. Он похож на дракона Тайфун. Это Растафари. Пряник. Вообще без понятия, что за дракон. Божья коровка, пальма, оборотень. Штрих. Это какой-то, наверное, новый дракон. А, возможно, я ошибаюсь. Древесный. Весна. Морской конек. Ананас, дракон, фея какая-то, какой-то дракон-фея. Роза, пасхальный кролик, земля-дракон. Это, я не знаю, что за дракон, это тоже что-то, дракон. Арктический голем. Кто больше не смотрит еще? Ай, ну блин, ну зараза, ну что. Божественный, повар. Трилистный. Шерлок Холмс. Колокольчик. Палитра. Футболист. Цифровой. Фейерверк. Давай, что ли? Удача. Не помню, это мутант, бургер, полководец? Нет, полководец он легендарный. Это какой-то аренный дракон, по-моему. Что-то с ареной связанное у него название. Это пульсар, это... Как его там? Феникс. Призрак. Это пугало. Муэрте. Ведьма, по-моему. Карга. Лунный. Это идентичный дракон бури. Это лунный кролик. Морозная фея. Сульфар. Пилигрим. Этот. Леший. Так, эльф, космический дракон, ну, дракон космос, песчаный, замок из песка, маскарадный, ой, да, по-моему, так он называется, кекс, пряжа, дракон-лодка, хвойный дракон, алмаз, подарок. Наставник, инфрит, изящный, ангелок, кубик, леденец, войлочный. Ну, я откуда знаю, потому что у меня
очень давно я в ней играл в игру, у меня был такой дракон войлочный по акции. Горгулья, шалун, уголек, пушок, что ли? Что-то такое с шерстью связано у него название. Блин, вылетело из головы. Постоянно забываю его название. Так, это шоколадный кролик, по-моему. Вот это у нас морская... Ой, пловец. Это дракон-стервятник. Тоже такой прикольный сильный дракон. Ноги его, я заметил, берут. Берут, если получают его в акции. Глаз дракон. Метеорит. Китайский. Заря. Морозная королева. Этот. Дудец. Дудец? Свистун, свистун. Эхо, вот этот дракон. Огонь, тьма и ветер. Снежный спортсмен. Новый, кстати, дракон. Осень, огненный шторм, скелет, пиксель, архангел, олень, космос, комета, ягодка, корни, любовь, мороженка, полководец. Вспомнил, как того редкого зовут. Гладиатор. Сейчас я вам покажу. Он где-то здесь был. Да? Вот он. Это дракон пустота и огонь. Это гладиатор. Гладиатор это у нас дракон. Фу, я вспомнил, когда полководец начал называть. Так, полководец. Усатый. Факел. Гипноз. Это Аид, вот этот. А это у нас Чан-э. А вот это я не помню, что за дракон. Какой-то дракон тоже. Дракон божественный с прошлой акции. Божественный. Но я не помню его название. Ладно, давайте я вам уж покажу этого дракона. Вот я офигел, когда увидел, что у него правда действительно был страж. Сейчас я найду его. Вот. Вот он у него страж. Прикольно он его собрал все-таки. Я думал, его почти невозможно собрать. Ну ладно. Это на все. Давайте вернемся назад. Так. Я уже отправил приглашение, не знаю, были ли доступны новые люди. Так, вот так, в общем, у нас. Что у нас? Освободилось? 50 сек. Ну, подождем 50 сек. Так, 50 сек. Ё-моё. Итак, час, 2 минуты записываю. Ладно, сейчас будем закругляться. Что у нас там 2 минуты? Мастерство, что? 595 тысяч. Грубо говоря, 600 тысяч еще не хватает. Ну, много. Много еще. Мы сейчас тут еще соберем золото. Тогда, может быть, будет еще хватать меньше. Меньше, допустим, там на 10 тысяч, возможно. Значительно меньше будет нуждаться в деньгах. Так. Либо немного по копеечке соберем. Там уже она освободилась, да? Так. Так. Вот так соберем. И вот здесь соберем. Все, теперь можно пойти сюда, в лигу. Все, можно атаковать этого чувака. Сюда уберем. Так. Фу, сталь 22-я. Возьмем, поставим сюда лучезарного и все. Можно было щит поставить. 24-й, у меня 25-й получается. То есть мы мощнее на целый уровень. А уровень что-то дает, да? Да, тут уровень, видимо, роль играет. Один. Причем так-то неплохо играет. 28-й сразу Эрвеншин. Сразу подстава подстав. Хотя, наверное, лучше было поставить на завершение ветра. Нет, лучше щит, он защитит хотя бы. В чем смысл мне здесь? Ну, так-то нормально, пробивает практически так же, как и мы его. То есть мы, грубо говоря, сражаемся на одной волне. Он 30-й только. Но он все равно не вышибает моего самого сильного дракона. Ну, надеюсь, тигр продержится. Выдержит его удары. Пусть он послабее на целых два уровня, но я думаю, он выдержит. Да, выдерживает. Да, он выдержит у него три удара, но он при этом его не забивает. То есть я потерял всех драконов, грубо говоря. И остается у меня что? Лучезарный. Все. Из сильных драконов.
И то он его сейчас буквально забивает. Все, ну неужели? Это еще не последний дракон, только третий. Еще два осталось. Металл, ну там дальше слабый, по-моему, будут драконы. Хотя, как сказать еще. Так, мы забиваем металла, но я не знаю, какой там будет следующий дракон. Может быть вообще мощный. Кстати, если вы заметили, тут еще ускорение. Да, это 26-й лучезарный, меня подставили. Фу, я даже не знаю, чем тут пройти. Ну, ветер давайте поставим, но он меня не спасет. Потому что у меня мощнее там, насколько? На 4 уровня мощнее. Ой, на какие 4, на... Он 26-й, 18. Он 28-й, у меня 24-й, 20. То есть у меня на 4 уровня он у меня выше. Ну тут смело можно сдаться. Все, я проиграл. Меня подставили. Это нечестно. Ну как так-то? Ясно. Ладно, бывает. Ну, это, наверное, все. Спасибо за просмотр. Всем, так сказать, удачи и всем пока.